Как преодолеть себя, заставить встать с дивана и сделать жизнь хоть что-нибудь особенное? Не знаете? Посмотрите фильм «Чемпионы». Это реальные истории о наших спортивных победах. Что ты творишь? Я одна виновата, что у нас ничего не получается. Ты понимаешь, что она инвалид? А это не важно. Я хочу ее забрать. Насколько правдива ваша история в фильме? И каково это видеть себя со стороны? Ну, очень непросто себя посмотреть со стороны, потому что как-то все, ты же все, пока еще живой человек. Поэтому, правда, есть факты, по которым режиссер увидел эту историю так. Вот. Но это все-таки художественное кино, и творчество там внесено, и все не именно так, как оно было, но факты по фактам сделаны были. Тебе на пенсию уже пора, да? Сдаем билеты, не едем на Олимпиаду! Пусть другие едут! Кто это может? Я ни за что не откажусь от Олимпиады. Ты зачем над парнем издеваешься? Заставляешь его тренироваться день и ночь? Не, правда, я могу не выходить. Для команды сейчас важнее победа. И это наша фаворитка? Одна из. В последнее время появилось очень много фильмов о спортивных победах. Как вы думаете, с чем это связано? В советское время свои правила, свои какие-то стереотипы о спорте. У нас был спорт как бы очень, скажем так, ведущий, продвинутый, и все с нас брали пример. Это время прошло, теперь молодежи владели компьютеры и компьютерные игры. И посмотрев такой фильм, который сделан «Чемпиону», это очень впечатляет. Начинаешь задумываться, почему я такой же, как, в принципе, и другие, и могу. И просто надо дотерпеть, достоять и верить в себя, и все получится. Ты когда стреляешь, что видишь? Снег, мишени, деревья, флажки. А должен видеть только одну мишень. Свою цель. А чему бы могла научить ваша история обычного человека, не спортсмена? Любая история, не только наша, учит человека верить в себя и идти своей дороге и до конца как бы добиться того, что ты, к чему ты стремишься. Это невероятно! Человек не должен отказываться от своей мечты, что бы ни происходило. А сможешь выдавить из себя максимум, на что ты способен, ты победишь. Что бы ни случилось, мы тобой гордимся. Давайте верить друг в друга. Мы ведь Россия. Мы ведь кого угодно победим. Быть на Олимпийских играх – это очень-очень огромный труд. И не потрудившись, туда не попадешь. И каждый спортсмен достоин такого кино, не короткометражного, а полнометражного. Сама Елена Бережная, комментируя фильм, сказала, что это прекрасная сказка о спорте. Да, в фильме действительно очень много художественного вымысла, но победы самые настоящие. «Чемпионы» – прекрасный фильм перед грядущей Олимпиадой. На премьере побывали Лейла Шакюрова и Стелла Самсонян.